Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора региона Вячеслав Гладков посетил Белгородский центр кикбоксинга, базу областной спортшколы Олимпийского резерва номер один. Там же глава региона провел рабочее совещание с представителями 9 самых крупных спортивных федераций области. Они поделились своими достижениями и не обошли стороной проблемы. Одна из ключевых – отсутствие инфраструктуры для тренировок. К примеру, у художественных гимнастов на данный момент нет ни одного собственного спортивного помещения. Более 1200 спортсменов области занимаются по школьным спортзалам. Вячеслав Гладков отметил, что проблемы спорта решаться будут, и не только профессионального. Надеюсь, что к нашему диалогу мы сможем привлечь другие виды спорта, которых в области много. Моя цель вообще в идеале, чтобы каждый житель Белгородской области занимался спортом. Чем больше мы будем с вами заниматься спортом, тем меньше нам придется строить больницы. И в этом точно мой тоже расчет. Следующую встречу со спортивным сообществом Вячеслав Гладков уже запланировал на конец января 2021 года. Это важно, чтобы перед формированием нового перспективного бюджета заложить необходимые средства на решение самых острых проблем.